Короче, ребята, чтобы вы понимали, я сейчас в Армении. Вот, я не знаю, как это произошло, но Ереван, привет! Я просто понял, что лететь в Украину вариантов тупо нет. Там все билеты показывали от полтора дня добираться. И я, который уже провел два дня в полетах, я так устал и решил полететь к бате на родину. Все! Батя вообще на работе сейчас в России. А как вы знаете, у всех кавказцев родственников просто море, поэтому меня приютили, накормили, покупали. В общем, я сейчас самый счастливый человек на планете, потому что покупаться для меня это было что-то нереальное. Зато у меня тут есть младшая сестричка. Маленькая такая, классная. Вот, сейчас я вам ее покажу. Дай пять. Промазала. Ты как, нормально? Удобно? Удобно? Такая тихая, Люся.